Всем привет, дорогие друзья! На обзоре Samsung Express M2020. В этом видео мы будем прошивать этот аппарат, чтобы отучить его от чипов. Есть случаи, а именно определенные версии прошивки, на которых чипы, совместимые чипы, не работают. Вот как в данном случае горит индикатор тонера и красный глазик ошибки. Поменяли несколько чипов совместимых, но аппарат упорно не хочет их видеть, не хочет принимать. При помощи специальной программки можно посмотреть серийный номер аппарата, версию прошивки, а также серийный номер чипа, он же Chrome. Как видно на экране, Chrome, он же чип, позиция пуста. Повторюсь, пробовали несколько чипов разных производителей, аппарат их не видит. Если вы не хотите фиксить, прошивать аппарат, а хотите продолжать работать с чипами, вам это комфортно, вы к этому привыкли, пожалуйста, сейчас все это исправим. Для этого необходимо понизить версию прошивки. Для понижения прошивки необходимо включить аппарат в принудительном режиме. Естественно, аппарат должен быть подключен по USB. На выключенном аппарате нажимаем и удерживаем кнопку Print Screen. И включаем аппарат, также удерживая эту кнопку. Буквально несколько секунд, горят три индикатора, аппарат в принудительном режиме ждет от нас прошивки. Загружаем ему оригинальную версию прошивки, была 15-я версия, грузим ему 7-ю. Буквально несколько секунд, аппарат моргает индикатором. И выходит в готовность. Аппарат бывает с Wi-Fi и без Wi-Fi, оригинальные прошивки разные, все ссылки в описании видео. Это что касается работы с чипами. А теперь перейдем непосредственно к самому фиксу, к самой прошивке. Для заказа прошивки необходимо знать серийный номер аппарата, версию прошивки, а также серийный номер чипа, он же Chrome. Для этого запускаем специальную софтину, в которой отображается все, что нам нужно. Специальная софтина, программка, также в описании видео. Необходимые данные можете присылать мне на почту. Стоимость прошивки 500 рублей. Далее, как уже показывал, вводим аппарат в принудительный режим. Естественно, принтер должен быть подключен по USB. И просто мышкой перетаскиваем один файлик на другой. Вот таким образом. Ждем несколько секунд. Аппарат прошивается и выходит в готовность. Единственный момент, есть одна фича у этой прошивки. Продолжает гореть индикатор тонера. Но горит он до тех пор, пока не распечатается одна страничка. Пожалуйста, пытаюсь распечатать тестовый лист, конфигурацию. Листочек распечатался, индикатор потух, ну вот и все. Пожалуйста, 24-я версия прошивки, N-Update, то есть необновляемая. Далее на картридж необходимо заклеить чип скотчем или изолентой. Если у вас несколько картриджей, проделайте такое со всеми. Лично я открываю боковую крышку и отсоединяю клемму-разъем от чипа. Повторюсь, оригинальные прошивки, также специальную софтину, программку можно скачать по ссылке в описании видео. Там же я оставлю свой почтовый ящик, кто хочет прошить, пофиксить свой аппарат, обращайтесь, цена прошивки 500 рублей. Естественно, прошивка будет сделана именно под ваш аппарат, под ваш серийный номер и под ваш чип. Никакие левые посторонние прошивки загружать не советую, ибо можно положить аппарат ко мне потом без претензий. Спасибо за внимание, пока-пока.